День добрый, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». И сегодня хочу приготовить кальвадос по рецепту азбуки винокура. Взято с его сайта. Так, для приготовления нам понадобится 20-25 грамм сухих яблок. Желательно красных. Вот я не нашел. Какие уж попались, и то попались. Вот из такого вот компота навыбирал. Сегодня ходил на рынок. Понадобится подготовленная щепа дубовая. Порядком 5-10 грамм. Ну и литр 40-45 градусного дистиллята. В моем случае это 50 градусов. Ну и, в принципе, ничего сложного нету. Засыпаем 20-25 грамм сухих яблок, 5-10 грамм добавляем дубовой щепы. Она у меня с сахаром сделана, с сиропом. Уже подготовленная. Закрываем и убираем на 2-3 недели. В моем случае это до конца месяца. Итак, наша имитация кальвадоса постояла в темном месте, приобрела вот такой цвет. Сейчас нам надо его отфильтровать и попробуем. Фильтровать будем через ватный диск. Ну и небольшой лайфхак на сегодня следующим. Фильтр Aquaphor отработал свое, я вот его вычистил, но в нем осталась мелкая-мелкая сеточка. Так что, ну, ватка, думаю, будет уже лишней, но тем не менее. Ватный диск уложим здесь. Секундочку. Устанавливаем ватный диск. Ну и через воронку начинаем переливать в нашу бутылочку. Фильтруется довольно-таки хорошо. Можно, в принципе, использовать сам кувшин. Но он у меня сейчас немножко занятый. Как-то вот все вот так. Сейчас отфильтрую, поставлю на сутки отдыхать и попробуем. Итак, все у меня не уместилось в бутылку, часть пришлось залить в банку. Эту банку мы и будем дегустировать. Итак, наш кальвадос готов, сделал скромненькую этикеточку. По рецепту, напоминаю, с сайта азбуки винокура. Ну и приступим к дегустации
Вот то, что у нас не вошло в бутылочку, я налил в банку. И сейчас будем дегустировать. Итак, дегустируем то, что у нас получилось данным напитком. Но запах дубовых чипсов и легкий-легкий пряный запах. Попробуем. Больше напоминает все-таки, больше дает вкус чипсы, нежели привкус яблока. Ну, я думаю, что этому напитку надо отдохнуть побольше, подольше, чтобы он насытился. Поэтому я, наверное, сделаю вот так. Я бутылочку уже закрыл пробкой. И, соответственно, одеваем колпачок. И убираем в темное место, прохладное, на неопределенное время. Когда-нибудь достану, вспомню, употреблю. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал Самогонщик с Урала, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте посетить сайт Азбука Винокура. Поглядеть рецепты настоек. Ну, там много всего интересного. Рекомендую. Всем спасибо. До свидания.